Всем доброго времени суток. Как известно, скоро будет праздник Хэллоуин. Не могу сказать, что я и моя семья как-то очень так его постоянно празднуем. Нет, но все равно, конечно, мы о нем знаем. И я как декоратор радуюсь любому празднику, который нужно украшать. Особенно здорово, если за оформлением мероприятия, за оформлением какого-то праздника обращаются рестораны, кафе, ну, в принципе, да, то есть любой заказ, он очень радостный, и мы их ждем и любим. Вот, поэтому мы сейчас с вами попробуем сделать светящуюся тыкву, которая вполне может быть востребована как декор для ресторанов, кафе, как для домашнего декора. Ну, посмотрим, что у нас с вами получится. Возьмем фом китайский 2 миллиметра, листовой 50 на 50. Вы можете работать с любым другим материалом, который у вас есть в наличии, оранжевого цвета. Понадобится несколько вот таких вот лепесточков. Сейчас я покажу. Шаблоны будут под видео прикреплены. Можно работать с феном, можно работать с плитой, как вам удобнее. Прогреваем не очень сильно. Переворачиваем и вытягиваем. Вытягиваем не только по центру, но немножечко сдвигаем, чтобы у нас был пошире вот этот вот выгнутая часть, она не была уж очень узкая. Вот что должно у вас получиться. Можно взять трубу побольше. У меня просто на станке 16-я труба, поэтому я работала с ней. Сюда подойдет и 20-я, и 26-я вполне. Собирать мы будем на плафон пластиковый диаметром 20 сантиметров. Они бывают прозрачные, но я взяла вот такой. Здесь подключен у нас готовый провод с выключателем. И сюда вставлена лампочка, которая работает от пульта. Ну, мы с вами пока сейчас не будем включать ничего. Мы сейчас с вами сначала соберем нашу тыкву. Попробуем. Нам понадобится термоклей. Мы мажем острый кончик наших лепесточков, наших кусочков, и примерно от центра, даже немножечко не совсем от центра, у меня так получилось, что лепестки я вырезала из листа 50 на 50, и в целях экономии я вырезала, выкройку сделала вот именно 25 сантиметров, да, длиной. По сути, ее бы сделать надо побольше, но у меня задумка, что на этой тыкве будет одета шляпа, поэтому если у меня даже здесь будет маленькая лысина, ничего страшного. В вашем случае вы можете использовать на этот плафон выкройку подлиннее, если вам не жалко материал, либо у вас, например, листы не 50 на 50, а 60 на 70 иранского фоамирана, либо вы будете делать из залона, то есть там вам как бы экономить не надо. Ну и если у вас цель вот это все спрятать, а мне надо, чтобы у меня и здесь все было закрыто, и ну а здесь как бы не страшно, потому что будет одета шляпа. Вот. Еще плюс надо проверить, да, чтобы у вас, ну вот будет вот это мы обклеим, то есть должна выкройка доставать до самого низа, ну как бы перекрывать плафон. Я человек практичный, и поэтому выкройки основные сделала вот как бы в целях экономии покороче, потому что мне, повторюсь, не надо прятать вот этот центр, будет одета у нас шляпа тоже из изолона. Так вот, два прикрыли, приклеили вернее, и теперь мы их стыкуем вот здесь, слегка натягивая. Можно здесь не скреплять. Если хорошо сделать такой, ну, нормальный нахлёст, немножечко сдвинуть,
И уже приклеиваем только внизу. Ой, катается. Наносим на нижнюю часть первого лепестка термоклей. К пластику термоклей приклеивается замечательно. В принципе, не впервые я делаю что-то на плафоне. И немножечко подтягиваем сюда. Но наша задача, чтобы у нас ребро вот это, оно осталось характерным для тыковки. Наносим на нижнюю часть второго лепестка. И тоже натягиваем. И приклеиваем. Вот у нас уже получается вот такая аппетитная тыковка. Дальше прикладываем. Так, не сказала, что тот край, который виден, нижний, его лучше закруглить. Наносим на кончик. И приклеиваем. То есть у нас будет тыква в шляпе. Наносим на нижнюю часть и приклеиваем. Так, вот у меня щель видна, да, поэтому я сейчас отдираю и немножко надо подвинуть этот лепесток и натянуть. Вот, теперь ничего не видно. Если что, можно здесь, если будет расходиться, можно космофеном пройтись. Это такой клей жидкий, который хорошо спаивает фом. А можно на торец предыдущего лепестка нанести термоклей. И его так прижать, чтобы не расходилась у нас щелочка. Берем следующий лепесток, следующую дольку. Приклеиваем нижнюю часть. Так, забыла закруглить. Вообще, конечно, здорово, что у нас сейчас оформляют практически на каждый праздник, либо кафе, рестораны как-то стараются порадовать гостей. И на самом деле не важно, откуда пришел этот праздник. Не так много в жизни праздников, поэтому почему бы и нет. Вот уже такая тыковка получается. Конечно, вариантов, да, создания тыковок всевозможные сейчас на и в Пинтересте варианты есть, да. Ну, не знаю, есть ли мастер-классы по ним, да, но видно, да, из чего сделано там. И, наверное, из каких-то, может быть, старых подушек даже. Еще какие-то я видела варианты тканевые. Ну, то есть много можно что придумать. Было бы желание. И наверняка на YouTube-канале тоже есть что посмотреть. Это мой вариант будет.
такой вот светящейся тыквы. Вот он объемчик, он остается. Так, у меня тут как будто бы вроде бы и одного бы хватило листа, но его не хватает, да? Немножко. Не хватает. Ну, значит, будет два. Так сверху у нас ложится. Я закруглю обе стороны нижней части. Так как он ложится сверху, вот это вот расстояние у вас может не остаться вообще, да, если вы делали лепестки подлиннее, чем я, не 25 сантиметров, а, например, 27, да, либо 26. Но, с другой стороны, сюда ведь можно и вот этот вот череночек, да, то есть, ну, какой-нибудь из коричневого фоамирана сделать или из бумаги скрутить, то есть, такую прям вот тыкву-тыкву, вот. Но у меня задача сделать из этого как бы тыквенную голову в такой вот шляпе. По шляпе мастер-класс у нас снят. Он есть на канале. И там Надя, декоратор студии, моя помощница, она снимала мастер-класс. Поэтому посмотрите, вот, как мы делали шляпу. Мы с вами еще будем делать глазки, носик, улыбку беззубую. Будем смотреть, как светится, крепить шляпу. Вот. А пока хочу пригласить вас. Тут надо лично пригласить вас. Привет, это я. Пригласить вас на мастер-класс, который состоится 2-3 ноября в городе Сочи. Уже совсем осталось мало времени. Это возможность приехать поучиться не только делать цветы, которые продаются круглый год, но в том числе там будет присутствовать 3D-картина по Ансете, которую вы сможете подарить знакомым, родным, либо украсить свой дом. Вот. В программе 6 цветов. Обязательно включена гигантская роза, которую мы будем разыгрывать. Делать мы ее будем вместе, а потом будем разыгрывать между участниками. Естественно, я буду рассказывать про все наши мобильные разборные фотозоны, их где-то 12 форм разных, и как их стыковать, как их собирать и разбирать, перевозить в легковом автомобиле. Естественно, будет обязательно информация про первые продажи, поиск клиентов, про то, как развивать социальные сети, какие социальные сети лучше, да, начать развивать первыми, скажем так. Вот. И работать мы будем обязательно с разными материалами. Будет фом, будет изолон разной толщины. Очень важно, я всегда это включаю в программу. И также я обязательно включаю в программу тонировку. Тонировку материалов, потому что с тонировкой материалов нужно дружить, ее нужно знать. И она интересно играет в композициях всегда, и цветы по-другому смотрятся. Вот. Ну и у нас будет обязательно фотосессия в конце. Ну и возможность погулять по одному из самых красивых городов России,
Это, кстати, каникулы, будет праздник, так что мы туда едем всей семьей. Мы там будем тоже гулять до и после мастер-класса, совмещать приятное с полезным. Поэтому никуда торопиться мы не будем, у нас будет время на общение. Вот. И девчонки едут огненные, девчонки едут очень позитивные. Мы уже общаемся в чате, и я уже чувствую, что это будет просто бомбический мастер-класс по общению, по энергетике, которую я чувствую уже от тех, кто записался. Я вас приглашаю, тем более до Нового года не так много мастер-классов запланировано, еще запланировано в городе Казань. Будут мастер-классы однодневные в Нижнем Новгороде. Вот. Будет мастер-класс по моей программе в Киеве 14-15 декабря. И будет мастер-класс, возможно, в Москве однодневный. Информация будет под этим видео. Обязательно пройдите, ознакомьтесь. Ни один видеоурок не даст такую возможность, такие подробности, столько практики, как живой мастер-класс. Ну, про энергетику вы можете почитать в отзывах о моих мастер-классах. Ну и в принципе, понравилось девочкам или нет. То есть ссылка на отзывы о мастер-классах тоже будет под этим видео. Ну а что, мы с вами продолжаем. Дальше выбираем сторону, которая нам больше всего нравится. Так, я, наверное, выберу вот эту сторону. И я вырезала заранее вот такую вот улыбочку из изолона. Наносим термоклей. Изолон единичку взяла. Но тут можно фом взять, можно бумагу взять. То есть на ваше усмотрение. То, что есть. Прям вот бежать покупать что-то определенное, мне кажется, даже и не нужно. Берите то, что есть. Ой, не видно вам, да? Прошу прощения. Так, ну вот на термоклей приклеиваем. Немножко запачкалась тут у меня. Улыбка. Вот такая вот улыбочка получилась. И тут вот очень важно, конечно, девочки и мальчики, расположить глаза, чтобы они были не злые, и чтобы были там, где нужно. Ну, я очень надеюсь, что у меня это получится. Я просто взяла вот этот шов, вот этот вот, за середину, как бы, да, и ориентируюсь. Так, я потеряла глаз. Боже мой. Он у меня был, абсолютно точно. Не, ну как так может быть? Как можно потерять глаз? Вот, нашла. Так. Тоже ну, треугольнички такие. Слушай, у меня какой-то смешной, конечно, получается. Ну, в общем, вот так. Нос. Вот, думаю, надо нос. Ну, наверное, надо. Как-то без носа совсем плохо. По центру клеим нос. Да, тоже важно, чтобы он был по центру. Так. Вот такая вот тыква получилась у нас. Тыква у нас будет в шляпе. Как делать шляпу? Есть видеомастер-класс. Я буду сейчас крепить шляпу. Дело в том, что когда мы делали шляпу, мы не думали, что мы будем делать тыкву мастер-класс. И вот это вот, по идее, можно было бы тоже сделать оранжевым. Но если выйти из сложившейся ситуации, мы можем вот сюда на кончик сделать бантик оранжевый. По-моему, будет очень замечательно. То есть, ну, прям вот, знаете, на глаз. Так. С бантиком оно веселее будет. Можно закруглить даже. Помять его немножко можно. Так. Такая импровизация у меня, в общем. Импровизация в творчестве вполне уместна. Иногда рождается что-то
такое. Совершенно не планировала это делать, а оно получается. И всегда очень радостно. Ну, вот такой вот простой бантик. И мы вот на кончик можем приделать. Чтобы как-то у нас аксессуар вот этот вот связался с оранжевой головой. Все, бантик мы прикрепили на шляпу. Аксессуар у нас абсолютно соответствует внешнему виду вот этой вот головы. Закрепляем плафон. И сейчас мы с вами будем приклеивать шляпу. Ну, буквально здесь можно просто нанести термоклей и приклеить. Мне не видно, я вам показываю. По-моему, я очень близко приклеиваю. Да, подальше надо приклеить было. Смотрю в камеру. Ну, вот так на бочок у меня будет. На бочок. Но самое главное, нам надо с вами посмотреть, как она будет светиться. И сейчас я ее включу. Вот так она светится. Наша голова тыквенная. Она может мигать. Но тут режимы уже сами разберетесь, в зависимости от того, какая у вас будет лампа. Где купить материалы, тоже вы можете по ссылке. Вот, можно просто таким вот красным светом. Мне очень нравится. Ну, немножко камера стоит, как бы вам всего лица не видно. Но я думаю, что вы видите, как светится. Вот. Где купить материалы, тоже будет ссылка под видео. Я вообще думаю, что я эту тыквенную голову подарю ребенку, как ночник. Пусть у него постоит несколько дней и радует его. Светится очень уютно, красиво. Можно помощнее лампочку ставить. Но мне кажется, для ночника это совершенно не нужно. Ну, если только для витрины, может быть. Но это уже на ваше усмотрение. Ну что, пришло время прощаться. Но ненадолго, так как у нас очень много идей всевозможных и много приготовленных видео отснятых, много контента интересного. Какие-то заказы, которые мы не успеваем просто вам показывать. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.